Егор, поздравляем с дебютом. Как впечатление по первой игре? Спасибо за поздравления. Я считаю, дебют удался. Считаю то, что я пришел не во время сборов, а во время уже сезона. Подготавливался, ждал своего момента, тренировался и получил свой шанс. Продемонстрировал свои качества. Я рад, что тренер дал возможность играть целый тайм за церемонию. Сильно нервничал? Но перед выходом нервничал, потом, когда уже вышел, первые 2-3 паса сделал, уже потом нервозность немного ушла. Один момент был прям такой опасный, мог открыть счет голам. Чуть-чуть не повезло. Когда? Ну, в следующей, получается, игре? Надеюсь, в следующей игре. Встретил я.